Настраиваем реле времени. Для настройки самого реле времени нажимаем. Как же было видно? У нас выставлено 17 часов включения. То есть нам надо изменить на 18. Здесь мы можем задать минуты, поскольку оно включится. Нажимаю еще раз. Это у нас 8 часов. Это у нас, поскольку оно выключится. Тоже можем часы, минуты изменить. Установить время. Зажимаем кнопочку «Время». И нажимаем кнопочку «Минуты». И пошли минуты считаться. После того, как мы выставим время, надо отпустить минуты, и время само придет в положение как бы отсчитывания. Удерживая кнопочку часы, мы можем поменять, показывать 14 либо 2. То есть изменение самого показателя времени. Также, если нам надо изменить дату, мы нажимаем кнопку D. Если надо изменить часы, кнопку H. Ну, минуты я вам уже показывал. Так же самое, зажимаем вместе одну или другую кнопочку. После того, как мы ее отпустим, время будет установлено. Для того, чтобы впустить реле в работу, на срабатывание, оно сейчас написано OFF. Ставим его в автоматический режим, и реле теперь включится от того заданного времени, которое мы задали. Если нам нужно уже, чтобы реле сработало, нажимаем еще раз. Сейчас реле включилось, свет подался везде. Так же самое нажимаем, выключаем, переводим положение автоматическое включение-выключение. Ведущие электрики не хотели заморачиваться с реле времени. Они свет в доме разбит на две группы, на постоянную и аварийную. Так что вот это аварийная, вот это постоянная. То есть они ее не захотели заморачиваться, и все. Не разбирайте светильники, где горят, все вкинули на аварийку. При этом горело реально пол дома, который как бы экономии не было. Ну, экономия была, но эффекта от этого не было, так как не подсвечивали даже коридоры во многих местах. И не везде, где нужно, было отключено. То есть никто ни в чем не хотел разбираться. То есть мне пришлось выделить визуально, какие автоматы, так как нету проекта, какие автоматы отвечают за какой светильник. И нужные автоматы отдельно выделить не всем блокам, чтобы включались все реле, а именно те три автомата, которые отвечают за лестницы и лифтовые коридоры, лифтовый холл, чтобы он ушел на реле. Так что это реле, в принципе, его мощность выдерживания, это до 900 ватт. То есть можно на него повесить как раз 9-этажный дом, 300 ЭК с экономными лампочками. В принципе, где-то мы подсчитали, вышло 460 ватт. Так что вот оно сделано напрямую. Так что реле это рекомендую, очень удачное. Фирм, названий похожих очень много, принцип один и тот же самый. Работает за то время, сколько я его знаю, безотказно. Уже настраивал таких много реле, штук, наверное, 10, может даже 12. Так что видеоотчет по реле сделал. Кому была полезная информация, ставьте лайки. Буду рад. Все, до новых встреч.